Всем привет, ребятушечки! Меня зовут Устин, и вы на канале Устин ТВ. А мы с Устином подошли к 6-му эпизоду, где будем сражаться с кренгами и какой-то тетя, не знаю, как она называется, ну какая-то тетя. Бакстер Стокман, я приказал тебе создать армию ультрамутантов, а не играть с кренгами и безумного ученого. Прошу вас, мастер, мне просто нужно чуть больше времени, все почти готово. Довольно, я ненавижу бездействие. Пожалуй, тебе нужно немного мотивировать. Нет, умоляю, прошу, только не это. Что тут интересно он имел под этим в виду, как мотивировать его будет кранки, я не знаю. Так, запускаем тремя, да, Устин? Да. Тут хорошо, что у них 11 уровень пока у всех. Мы далеко от них не ушли. Вернее, не одни от нас далеко не ушли. Ну, наверное, да. Один, плюс 11. Бастер и Стокман, там 13. А-а-а. А, это он, Шреддер, злился, потому что Бакстер Стокман проиграл в прошлый раз нам, да? В 5-м эпизоде. А, это было до этого. Вот в чем смысл, оказывается. А я думал, чего он злится на него? За то, что он проиграл и нам открыл путь в 6-й эпизод. Так, первая волна пройдена, вторая волна. На тебе, медуза. На тебе, медуза. Чё вы по карай стреляете? О, промазала жалкая медуза, хорошо. Минус жалкая медуза. Давай, Бакстер, минус вторая медуза. Так, мы, наверное, полечимся пока. Чего нам? На себя внимание. Нет. Ускорение придали кренги себе. Это мы оставим на третью волну, да, Устин? Ох ты, молодец, Бакстер. Это волна очень скоро будет. Ну да, сейчас будет третья. С кем же мы там сразимся? Ага, тетя. Я ее так. Видел. Да, как она называется? Так, ну мы ее должны ликвидировать. Опа! Вот такая приехала. Черепашка-робот. Они гранату бросают. Нет! Так, вот этого надо пока бить. Он, по-моему, гранату еще не бросал. Но скоро, я думаю, бросит. Поэтому надо будет отбуцкать. Так. Ах ты, карай, потеряли одного бойца. Ушел этого, давай. Лечится, как думаешь? Да, полечился. Тоже лечится? Да, вы чё? Мы все равно добьем. Конечно, только вы отсрачиваете себе, отсрочку делаете на этот, на поражение, ребят. Но оно неизбежно. И мы с Устином пройдем 6-й эпизод. Победа! Ну, на этом две звезды, да. Посмотрите на оборудование. И что кренги собираются при помощи этого делать? Экспериментировать. Экспериментировать над чем? Ребята, помогите мне открыть камеры. Я думаю, кренги ставили эксперименты на мутантах. Так, 6-й эпизод пройден, и мы
уже возле седьмого. Поэтому мы пока попрощаемся ненадолго с вами. И потом будем проходить седьмой. На этом мое видео подошло к концу. А кому понравилось, ставьте лайк. Забудьте подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Всем пока-пока! Всем пока-пока!